Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Сегодня провожу тест парогенератора после доработки. Обварил я кожух вокруг трубы. Как и говорил, не видно ни хрена. Фу. Здесь ставлен тройник на более насыщенный пар, хотя он и там насыщенный. Это заливное отверстие. Это вот краник стоит такой. Будем лишнее давление сюда выпускать. И также будет пар более насыщенный водой. В самой группе добавил колосник временный, сетка с кирпичами. Сейчас откроем, чтобы меньше тяга было. Ну вот так у нас сейчас интенсивно идет пар. Думаю, получится неплохо в работе. Поставим сюда кран. Здесь также будет отвод. Это для гнутья древесины, для пропаривания. А этот будет пар у нас перетапливать пчелиную сушь на воск. Сейчас проведем испытание. На спичке запалит, не запалит. Немного обуглилось, но не загорается. В общем, думаю, будет неплохо. Спички не поджигают, но думаю, свою функцию будет исполнять. В процессе буду вылаживать, как у меня получается. Воск топить, древесину гнуть. После установки его на постоянное место, стационарное. Ну и будем проводить испытания на более горячий пар. Еще в планах от этого вывести трубу в сам котел, сделать колосники с труб, через колосники прогонять этот пар, чтобы он нагревался до сверхтемпературы. Пара на целый паровоз. Сайтаб машина. Давление пошло, пошло, пошло.
Получилась вот такая штуковина у нас. Назову я ее шайтан-машина. Всем спасибо за просмотр. Удачи, до свидания.